Короче, смотри, по поводу твоего дела. Ну? Вообще, вот такие обычно пацаны, которые торгуют оружием, у них всегда есть крыша. Алло. Андрюх, ты что ли? А ты где скрываешься? Ты где? Как ты усмылся от них? Они нас на счет. Они нас на 3 лям поставили, 12 часов. Погоди, они сказали, что ты их на оружие кинул. Не, нифига не кинул, все нормально было, по сделке. Не сматывайся, Ром, это тупиз. Что? Вот они. Ёптать. Давай, беги, беги. Бабки, бабки у меня. Зачем так делаешь? Я достал бабки, считай, ты моего друга опять забрал. Я же тебе говорил, что я привезу деньги. Зачем? Нет. Ну ты же опоздал. На ваших условиях. Я что-то не понял. Да потому что вы его не отпустите, вы его опять забрали. Чего? Друзья, всем привет! Кто смотрел прошлое видео, помнит, что мы попали в не очень хорошую ситуацию, и нам как бы нужно найти 3 миллиона в течение 12 часов. Если вы не понимаете, о чем речь, то перейдите по ссылкам в описании и просто посмотрите прошлое видео. Естественно, за такое короткое время 3 миллиона найти очень сложно, и мы не смогли это сделать. И чтобы как-то попробовать разрулить эту ситуацию, я связался со своим другом Диманом. Он работает в полиции, и мы сейчас с ним договорились о встрече, посмотрим, что он скажет, возможно, он нам поможет как раз-таки в этом деле. В общем, сейчас я отправляюсь на встречу с Диманом, ну а вы перед началом просмотра поставьте лайк, подпишитесь на канал. Давайте наберем 30 тысяч лайков, и тогда я выпущу новое видео. Также не забудьте подписаться на мои соцсети, на ВКонтакте, на Инстаграм. Ссылочки тоже я оставлю в описании. 3 миллиона это, конечно, очень большая сумма. Однако, если вы хотите попробовать заработать хорошие деньги и прикладывая к этому не очень много усилий, то я хочу порекомендовать вам проект, на котором поднял 40 тысяч рублей. Проект называется Dream Team. Я просто вношу деньги на депозит, на удобный мне тариф и время. И ежедневно начисляется процент согласно тарифным планам. Ребята очень успешно прокручивают эти бабки на бирже уже 4 года, на валютных спекуляциях, и сейчас они вышли на рынок РФ. Месяц назад я положил на этот аккаунт 40 тысяч рублей, а сейчас то, что заработал в плюс, я поставлю на вывод, а остаток пусть крутится дальше. Как видите, все пришло быстро, в течение пару часов, так может каждый, сумма пополнения от 50 рублей, поэтому если вы хотите заработать, то, ребята, не теряйтесь, не упустите свой шанс, ссылочки будут в описании. Здорово. Пойдем в машину, сядь там. Машину? Да. А что, ты без куртки? Короче, смотри, по поводу твоего дела. Ну? Вообще, вот такие обычно пацаны, которые торгуют оружием, у них всегда есть крыши. Понимаешь? А крыши, в смысле, крупные крыши? Типа? Да, да, да. Часто тяжело просто выйти на них из-за того, что их крышуют, как-то их защищают. Поэтому, не знаю, ситуация, конечно, такая жестковатая. Но смотри, есть выход. У меня есть очень хороший знакомый. Я с ним свяжусь сейчас, в течение нескольких часов. Ага, когда то ты... есть быстро, короче, все сейчас решится. Да, 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 ты погоди, я тебе либо материал пришлю, либо сам приеду, либо человечка, который тоже это все тебе поможет разрулить. Угу. В это время пока никуда не высовывайся, на машине не езди по городу. Сам знаешь, город маленький, часто тебя узнают, даже домой не приезжай. То есть пока что лучше, пока я тебе... В смысле, сейчас где-то перекантоваться? Да, 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 лучше пока что вот от меня сообщение тебе не пришло, лучше где-нибудь пересиди. Подожди, все разрулим, главное, ну, все супер будет. То есть не впервые, вот этот человек, я точно в нем уверен, он вообще в этих случаях прям лучше не... Короче, наровим что-то на этого Ивана, да? Да. И все нормально. Да, 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 да. Потому что 3 ляма мы, короче, так и не нашли, ну, естественно, 3 ляма это как вот, типа, большая сумма, типа, как мы так быстро найдем. Даже не то, что короткий срок, а вообще 3 ляма это очень большая сумма. Я понимаю, поэтому не переживай, сейчас все нормально, разрулим, вообще не впервой. А что, получается, прижать его не получится, да, это только... Или что? Нет, нет, приезжать не получится, но во всяком случае твоя ситуация будет разрулена, к тебе вопросов не останется. А, то есть он чисто со мной, ну, ситуация будет разрулена, со мной, с Ромой и с тем чуваком, да? Да, 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 то есть насчет этого прям все, можно даже будет об этом забыть. А ничего, что ты, типа, это, я тебя снимаю, на канал свой сейчас вымещу вот, по поводу этого дела, человека, там, все вот этой фигни. Да нет, ты знаешь, я сам видосики снимаю, поэтому ничего страшного, в принципе, можно. Короче, ребят, я поехал все-таки на машине, не вижу особого смысла скрываться, потому что, ну, вряд ли они найдут меня где-то именно в городе, пока я буду ехать по дороге на машине, потому что шанс этого очень маленький, поэтому не вижу смысла особо париться по этому поводу. Сейчас подъехал к Роме, жду его, он сейчас выйдет, я ему все расскажу, о чем договорились с Диманом. Ну, а дальше уже ждем звонка Димана, посмотрим, что он скажет. Он вроде как бы обещал какого-то человека подослать нам, который поможет нам сегодня это уже все решить, наконец. Ну, кстати, у Димана есть канал свой, я на него на всякий случай ссылочку в описании оставлю. В общем, жду Рому, посмотрим, что будет дальше, потому что эту ситуацию уже нужно как-то разрулить. Ну, а пока я рассказывал Роме то, что сказал Диман, и мы с Ромой решали то, что будем делать дальше, мне позвонил неизвестный номер, и мы взяли трубку. Не знаю, я чей-то номер. Алло.
Алло. Да, здорово. Здорово, это кто? Андрюх, ты что ли? Да, Андрюх, да, бля, узнали, пацаны, я живой, все нормально. А ты где скрываешься? Ты где? Ты убежал от пацанов? Да, я сбежал, короче, в общем, такая херня. К Олимпу можете подъехать, только по-тихому. К Олимпу, да? А в смысле, а, ну да, блядь. Все, сейчас максимально инкогнит, по телефону не буду базарить. Давай, давай. Давай, а где тебя там искать-то, ты в магазине будешь? Короче, к Олимпу там за зданием я буду стоять, типа, выглядывать там. Да найдем, ну, давай, брат, давай, давай, я волновал. Давай. Все, все, все. Еба. Он на связь вышел, Ром. А как он твой номер нашел? Не знаю. Ты ему не давал? Нет, когда, брат? К Олимпу. Мы сейчас недалеко от Олимпа. Ну едем, короче, а что сейчас? Еба, я так рад. С ним все нормально. Может, просто спрячемся тогда? Нет. Или что? А куда мы спрячемся? Нам из города валить надо. Они же как, наших знакомых всех по-любому знают. И Макса знают. Да они до хера что это, типа, до кого могут докопаться. Так. Вон он. Вон он. Да-да-да. Вон он. Сейчас я машину паркану, погоди. Паркуй, паркуй. Он один вроде. Не подойдет, что ли? А? Сам не подойдет. Просто машина-то безопаснее, наверное, было бы. Там вон стоят вроде МЧС. Мне кажется, машина безопаснее было бы. Это тупо. Бля, охренеть. Как ты усмылся от них? Они нас на счетчик. Они нас на 3 лям поставили, 12 часов. Ничего, нас, короче, прессанули нахуй. Мы же за тобой поехали тебя искать. Они за нами гнались. Да, мы срулили. Они короче, 12 часов дали 3 лям найти, но мы так и не нашли. Они сейчас нас ищут, по идее. Я искал, мне главное, ты нужен был, короче, блядь. Ну, меня заломали, короче, блядь. Ебанули пару раз. Сидели. Я потом смотрю, там фоточек есть такая спокойная. А с тобой слежки нет, как ты думаешь? Я всегда думаю, что слежка есть, поэтому я сейчас вот здесь выхожу. Что делать-то будем? Не... Погоди, они сказали, что ты их на оружие кинул. Что, типа, они деньги заплатили, а ты им нихера не отправил. Не, нифига не кинул, все нормально было, по сделке. Я тебе говорю, просто я на тех вышел, в тот раз же мы базарили. Мы вышли на Серегу, проверили, посмотрели, что это девушка. Мы вышли на нее. Ты же, да, который мне дал эту флешку. Мы нашли, она сказала, что где ты. Она сказала, звонит что кто-то, Ром. Ивана искать. Я рад, что ты жив. Алло. Алло, здорово, братан. Здорово. Да нормально, а ты что как? Да, блядь, вот, слушай, мне вот помощь твоя нужна. Да можешь подкатить к моему дому? Блин, я сейчас, у меня немного проблемки, я занят, я сейчас просто своими делами занимаюсь. Но я вот тут у Олимпа нахожусь. А, ты вот, ну я как раз сейчас недалеко как раз домой ехал. Че, ну может давай все пересечемся, давай подъеду. А, ну давай, да, давай, подъезжай. Ну все, давай, ну подъеду, наберу так. Ладно, и давай. Ну? Короче. Че, это кто? Это друг мой, говорит, сейчас подъедет, проблемы какие-то. А че, у него проблемы? Да, ну ладно, это сейчас. Бля, брат, главное, ты успокойся. Ну что делать-то будем? Смотри, нам 3 лям надо отдать. Тебя они ищут, нас ищут. У меня есть варик, короче, пацаны, газануть я думаю, отсюда просто нахер, все. Другой город, пока да. На время. Ну нам-то некуда газовать. Мы помедлили, поэтому надо делать реально максимально прямо вот сейчас и все. Так, а что мы тут стоим? Пойдем к машине? Да, кстати, давай газанем отсюда. Машину же не прочекали. Ну да. Просто я предлагаю, брат, сейчас мы смотаемся отсюда, считай, и все будет проще, так короче. Так мы не будем сматываться, мне куда сматываться, я Ром. Я просто это рассказываю, тупизм. Что... Парни, вот они! Ёптуть! Давай, беги, беги! Они Андрея схватили. Это мне? Ну моя камера вторая, да, она в кармане лежит. Если что, разбегаемся. Андрей, я видел. А все потому, что не надо было к машине, надо было посмотреть. А мы болтали больше. Блять, Андрей, надо Саньку позвонить. Где он находится? Да, спроси. Ты что, камера один? Да. Алло, Сань, ты где находишься?
Да вот здесь уже подъехал, вот на заправке. Где? Был. На заправке? Заправки, стой, стой, там, на выезде заправки, на самой заправке. Нам надо валить. Пойдем. Все, понял, давай. Бежим. Где-то здесь град должна быть. Я им сказал, на заправке около выезда жди. Вон град стоит. Брат, здорово. Здорово. Гони. Не знаю, ты. Саня, вот оторвались. Я тачки пизданая. Да. Топища, расскажу. Я уже заебался. Бежать. Они могут погоню начать. Вообще страшно. Гони, гони. Короче, мы тебе расскажем вкратце, можно? Суть в чем, у меня есть друг Андрей, он барышит нелегальное оружие. Он продал оружие не тем. Его начали преследовать, схватили. Мы пошли его спасать, нас забрали, сказали, хотите своего друга назад? 3 миллиона нам. Тут он убегает, друг вырывается. Мы обрадовались, может ни деньги не давать, может ничего. Сейчас встречаем его у Олимпа. И он стоит нам, объясняет, как сбежал. Мы говорим, давай не здесь, уедем в другое место. Мы подходим к машине, и там уже нас люди поджидают. Соответственно, мы бежим оттуда, от них, а его опять ловят. А я еще и 3 ляма. Бля, его опять ловят, мы еще 3 ляма. Ни за что. Еще хуже. Я не знаю, что делать. Давай, может, подъедем, посмотрим, может, там... Давай, может, реально до моей тачки подъедем, посмотрим, может, они ушли, потому что уже прошло минут 10, наверное. Ну да, пока мы ехали. Бля, если их там нет, то, думаю, можно будет эту тачку забрать-то. Рома, они не могли ничего установить на машину? А? Не могли ничего на машину установить, типа? Я не знаю, может, возможно, раз они барыжат оружием. Вот я и думаю. Стой, тормози, давай я назад пересяду, не дай бог меня видно будет, а? А зачем? 10 секунд, ну вдруг... Да просто нагнешься. Нет. Ладно, давай, давай, давай. А вдруг меня видно будет? Да-да-да, а тебя-то они не приметили, мы убежали. Да. В магазине скрылись. А сзади здесь тонировано, не да. видно. Нам зачем палиться? Согласен. Бля, в такую жопу мы встряли. Блять, нахуй не опять его забрали. С какой стороны до вас тачка? Вон она. Вот она должна на остановке быть. Вот ее видно. Так, нет вроде никого, слышишь? Да? У нее. Никого нет. Нет. Никого. Это какой-то крузак, блядь, стоит. Да похер. Блин, по-моему, крузака вот, я не вот знаю. Вот дальше тормози, вот прям к Алине прижмись. Прямо. Ну да, да. Да, и все. Мы пойдем посмотрим. Сейчас подойдем. Я с вами пойду. А, пойдем, да. Давай сядем в мою машину и позвоним ему. А чё, лучше, может, в его сядем или чё? Да зачем, погнали, мою сейчас сядем давай сначала. Давай по-быстрому, да? Да. На камеру тогда, она больше не нужна. Да держи пока при себе, мало ли. Блин, Сань, мы в такую жопу Ром, звони, сядь, звони. Ему. Давай, звони, я буду сейчас говорить. Сейчас вот этот номер его, по-моему, записывали, да? Вот, смотри, какое да. число было. Да, звони, вчера. Какая разница, да, это он. Дай мне. Ты будешь говорить? Да, конечно, я. Алло, Иван, это Роман. Вам не удастся от меня скрыться, где мои бабки? Мы нашли бабки, бабки у меня с собой. Где мой Андрей, где мой друг, нахуй? Андрей у меня. Чего? Скидываю координ. Андрей у меня. Через полчаса буду ждать вас в определенном месте. Координаты скину смс. Блядь, и чё, мы как поедем? Пиздец. Ну ждем сначала, когда скинет. Сейчас адрес. Ну и вот. У тебя есть ствол? С собой нет. Блять, у нас ничего нет с собой. Сань, смотри, у тебя который рюкзак, бабок нет, блять. Ну закни это, тогда я просто его скину. Чё? Давай попробуем, блять. Да ты тупизма, не открывай рюкзак, проверит сразу. Блять, давай на бар. Да, он издалека кинет. Да. Блять, смотри, блять. Я так делал. Просто мы берем рюкзак и скажем, делал, что там бабки. Я так делал, когда выручал друга, да? По-другому. Только просто, ну, надо дальше встать. Где они? Где-то, где здесь это, да? Да, да здесь вроде направо. Направо либо прям... Вот они. Блять, да, езжай. Вот. Стоп. Не тормози. Езжай налево, нахуй, посмотри, а слева машин нет, будет. Посмотри. Там тупик может быть. Нет, нет, гони, гони. Давай тормознем. Дальше, бля, дальше встань, грозно. Нахуй, дальше встань, дальше? Блядь. Да, вот дальше, ты. Дальше, дальше. Еще нахуй, нехуй ближе. Вот день здесь, вот, давай. Вот, тормози, давай. Тормози. Тормози, я стой. Кушать не буду на себя. Я куртку мало. На, рюкзак, что, потом а? Возьмешь или сейчас? Давай сразу. Рюкзак сразу. На, держи. Погнали. Оставьте, оставьте. Да, да, там да. Рюкзак туда есть. Бабки у нас, если что, у нас все фиксируется, чтобы ты потом не говорил то, что это липовое все. Где мой друг? Где Андрей? Бабки здесь. Он у нас. Где? Где? Зачем вы его забрали?
Смысл, Андрюх, как ты, брат, ты чё не бежал, нах? Блин, пацаны, оставьте. Иван, зачем так делаешь? Я достал бабки, считай, ты моего друга опять забрал. Я же тебе говорил, что я привезу деньги, зачем? Ну ты же опоздал. Ну и чё? Ну где я тебе три ляма за день найду? Хорошо, да не, не, не трогайте вы его нормально, зачем вы пацана трогаете? Портфель давайте сюда. У меня просто... Убери. Стой! Мы сейчас... Сначала Андрей отпускаем. Давай сделаем. Сначала Андрей, давай. А чё вы на ваших-то условиях? Я что-то не понял. Да потому что вы его не отпустите, вы его опять забрали. С чего? Ваши условия вы качаете. Сначала Андрей забрали оружие, потом три ляма каких-то. Давай сначала Андрей отпускаем. Слышь, назад отойди, блядь. Да, давай. Сделку на расстоянии проводим. Я его не отпущу, пока мы не получим деньги. Вы получите деньги. Нам смысла врать. У вас стволы, вас больше. Давай, знаешь как? Давай сделаем нормально, Иван. Я сейчас просто передаю тебе бабло, кидаю деньги. Ты отдаешь друга, бартер чисто. Только все отходим и просто расходимся, и друг друга мы больше не видели. Слушай, Борон. Пойдет? Давай. Отпускайте пацана, вот ваши бабки. Все. Давай. Больше не видим. Пошли, на... Гоним. Короче, что мы там бабок нет. Короче, брат, там бабок не было. Вы ебанутые и совсем как не... Блять, один... А как нам делать еще? Пизду, я справился бы сам как-нибудь, выбежал бы. Брат, ну ты мне друг или кто? У меня друг мент, он сейчас должен все это решить. Вы понимаете, они не оставят так просто. Должен, блять. Друг позвонит, мент просто не позвонил, он что-то молчит, пока он... Гони, а, что ты телишься, гони. Ехали, они сейчас развернутся, блять. Херни. Что будем делать, бабки? Что будем делать? Сейчас я Диману позвоню. Звони своему другу быстрее, пусть решает вопрос. Не берет трубку. Берет. Что делать? Блять. Да, слушай, Жень. Алло, Диман, слушай. Братан, слушай, у нас жесткие проблемы прям. Мы, короче, стреляли, ты говоришь, там ты через своих можешь сделать. Я своих задолбал, звонить не хочу никому. Ты, пожалуйста, реши вопрос. Мы отдали им фальшивые деньги, чтобы забрать друга. Вообще там ничего не было. Пустой рюкзак отдали. Короче, я ему сейчас звоню, не мог звонить, он трубку берет, говорит, погоди, Диман, сейчас перезвоню. Короче, слушай, мы свалим из города, короче, на 2-3 дня, а ты решишь вопрос и перезвонишь. Все, добро, да, я сразу напишу. Все, давай. Он надеется, да, в общем, на тебя? Чё? Надеется на тебя? Да, конечно, все, он уже решит, он уже звонит, короче, мы сейчас все решим. Все, лады, давай. Сань, короче, давай свалим из города, и ты с нами поедешь, понял? Да куда он поедет? И вот не факт, что увидит. А, Андрей? Да. Потому что он-то не знает, ни его ничего не знает. А у меня есть... Слушай, давай этот с тобой. У меня есть, короче, в Саранске, где спрятаться. На пару дней. Ну, Диман должен вопрос за это время решить. Он сказал, что, типа, он да. может поговорить. Ты поедешь с нами, понял, Андрюх? Без этого всяких... Да, и там посидим спокойно, и все, без всяких... Пару дней нормально, отсидимся. Да, и все. Ребят, спасибо за поддержку, за просмотры. Добавляйтесь ко мне в Инстаграм. Я буду выкладывать истории, как мы вообще обитаем, что у нас, как происходит. И спасибо вам за подписки, ребят. В Саранске нам надо спрятаться на пару дней. Я надеюсь, вы поможете там где-нибудь зашкериться. Я буду в курсе. Ребят, всем спасибо. Мужики, так совпало, что у меня тоже появились небольшие проблемы.